Поздравляю вас с наступающим 8 марта от лица отдела ДПС ГИБДД города Вологды, благотворительного фонда «Добро». Желаем вам всего наилучшего, чтобы на дорогах всегда было все замечательно. Не нарушайте правила дорожного движения. Будьте бдительны за рулем. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо. Очень приятно. Нет. Огромное спасибо. Очень приятно. Чаще бы таких моментов на дороге. В преддверии праздника Международного женского дня мы на территории города Вологда проводим акцию «Автоледи». Останавливаем транспортное средство, которым управляют девушки, вручаем им небольшие презенты, подарки, цветы. Желаем безаварийной дорог, различные приятные пожелания от госавтоинспекции и УМВД России по городу Вологде. Реакция сначала у водителя неожиданно, опять меня остановили, пытаются найти свои документы, чтобы предъявить, но когда видят в руках у инспектора букет цветов, сразу же тают, расцветают, улыбаются, и только одни положительные эмоции.